привет! Ой, а что это у нас сегодня за праздник? Привет! А у меня сегодня день рождения, а вот угощение. Ого! Поздравляю! А мы сегодня как раз будем учить букву «С». И сейчас я покажу, как она пишется. Очень просто! Буква «С» – согласная буква. Звук «С». Ура! А собачка на букву «С». Да, а еще на букву «С» слово «сюрприз». И сейчас я смастерю сюрприз для тебя. Для сюрприза нам понадобится цветной картон, ножницы, линейка, клей и любой пишущий предмет. Вырежем прямоугольник. Затем по линейке отмеряем нужную длину и отрезаем лишнее снова. Размечаем границы сгибов. Сгибаем края. Создаем прорезь для двигающейся детали. Берем красный картон и отрезаем полоску, соответствующую ширине прорези. Соединяем детали вот таким образом. Размечаем следующую деталь. Вырезаем. Приклеиваем. Вырезаем следующие детали. Это будут ушки. Сгибаем края. Располагаем детали в нужных местах. Вырезаем небольшую полоску и приклеиваем уши к ней. Затем необходимо вырезать еще одну небольшую полоску и наклеиваем ее поверх предыдущей. Теперь вырезаем следующую деталь, снова из оранжевого картона. Мы расположили деталь на место. Теперь можно наконец приклеить. Язычок сделаем тоже круглым. Теперь будем вырезать носик и глазки из черного и белого картона. Рисуем кружок. И вырезаем. А затем наклеиваем. Такой вот носик.
Вот такие глазки получились. Теперь сделаем основание для открытки и наклеим на него нашу веселую собачку. Смотрите, какая замечательная и волшебная открытка у меня получилась! А еще она с сюрпризом! Стоит потянуть за язычок, и ушки открываются! Здорово! Вот, эта замечательная открытка тебе, от меня, с днем рождения! Ого, царевна, мне так нравится эта открытка, она такая милая, спасибо! Ребята, мы сейчас будем праздновать день рождения собачки, так что самое время послушать песенку про букву «С». Очень жарко в летнем солнечном плену звери зоопарка. Это буква «С» и машет нам ушами добрый слон. Ветерок прохладный пляшет и со всех слетает сон. И со всех слетает сон. На слона глядит сова, тоже так мечтает. Лишь трясется голова, ушек не хватает. Это буква «С» и машет нам ушами добрый слон. Ветерок прохладный пляшет и со всех слетает сон. И со всех слетает сон. И со всех слетает сон.